Папа, мама, влог. Меня зовут Алена. Сегодня это видео будет посвящено а-ля-картам в отеле Jasmine Palace Resort. Вообще всего в отеле два а-ля-карта. Итальянский и китайский. Эти а-ля-карты можно посещать бесплатно один раз за неделю. То есть один раз вы можете посетить итальянский, один раз вы можете посетить китайский. Мы в отеле 2 недели будем, поэтому у нас есть 4 посещения. Вот, сегодня мы идем в итальянский, я вам покажу, что там дают, какое там меню, в общем, как это все происходит здесь. В отличие от турецких а-ля-карт, посмотрим плюсы и минусы. Ну, вкусно или нет, кормят. Вот, поэтому не переключайтесь, обязательно смотрите до конца и ставьте лайки. Поехали! Итак, вот так выглядит со стороны итальянский а-ля-карт. Видите, Italian. Вот. Так вот он выглядит. Тут записывается по времени. У Guest Relation можно записаться. Вот. У нас на 6:30 запись. Сейчас мы вам все покажем. Итак, меню. Ресторан называется вот это. Мама Мия. Так, здесь есть антипаста, салат, суп и чикен, курица, сибас фиш, это рыба, да, как биф, говядина. Это, ну, это что-то очень интересное, не знаю, комбинация чего, тут как закуска. Спагетти липине, лазанья, ризотто, десерт. Это стейк-меню, но здесь дополнительная плата, чтобы мы что-то понимаем. Так, приносят закуски. Вот так они выглядят. Вкусная булочка. Кируша кушает булочки. Так, ну напитки вы можете заказывать любые, в принципе, вам несут их из бара, вот принесли вино. Видите, как правильно говорит Саша, как старая добрая Италия. Ну, у них все здесь в пластиковых стаканах, и, видимо, в ресторанах не исключение. Девочкам фанту. И вот закуски, я уже говорила. Сейчас заказали, покажем вам, что заказали, как это будет. Так, нам принесли цезарь. Так вот он выглядит. Это моцарелла. Соусом тестом. Вот сейчас будем пробовать. Закуски попробовали, но это просто помидоры в масле. Это просто сыр, это просто оливки в масле. Вот, а это просто масло. Принесли супы. Нам принесли вот такие супчики. Это минестроне. И вот такой вот томатный суп помодоро. Что-то наподобие гаспачо, такой он, ну, горячий. Вкусно, да? Суп точно прям вкусный. Салаты не такие вкусные. Вот салат я попробовала. Нет. Салаты я попробовала. Ну, цезарь там не цезарь. По соусу я имею в виду. А вот второе, какой мы заказывали? Моцарелла. Моцарелла был более-менее, но тоже не очень вкусный. Вот. А суп прям вкусный очень. Итак, нам принесли основные блюда. Это ризотто. Это говядина с грибным соусом. И, видимо, пюре. Да. Это курица с макаронами и овощами. Здесь хорошие овощи. Ну, выглядит все очень симпатично. Это лазанья. Знаете, разрезанная. Такая красивая лазанья. Она прям мягкая, смотрите. О, красота. Так, София уже жует свои макарончики. Пытается болоньеза. И у Кируши тоже болоньеза. Так, это крем-карамель. Яблочный пирог и панна-котта. Детям вот еще принесли мороженое, хотя его не было в меню. Итак, рассказываю по итогу насчет итальянского ресторана, который мы ходили. Смотрите, были очень вкусные супы.
нам очень понравились. И горячее. В принципе, все было очень вкусно. Сашке очень понравилась лазанья. Мне очень понравилось ризотто. Дети с удовольствием поели пасту. Вот. Ну и, в принципе, мы заказывали еще два блюда, я вам показывала. Они тоже были вполне съедобные, вкусные. Как бы, ну, нет вопросов к качеству вкуса блюд. Десерты, которые мы заказали, я вам тоже их сняла. Они были не съедобные. Ну, они были невкусные. Пирог был деревянный совсем. Вот, панакот, ну, не совсем панакот, это скорее какой-то творожный пудинг, а вот карамельная штучка, которую я вам показывала, маленькая такая, она больше была похожа на панакоту с карамелью, это было вкусно. Вот, это единственный десерт, что было вкусно, поэтому, если будете заказывать, заказывайте вот это вот карамельный пудинг. Вот, это что касается итальянского ресторана. В целом атмосфера приятная там. Официант, ну, ходил, бегал, все хорошо, с детьми разговаривал, их развлекал, вот, то есть обслуживание хорошее. Я говорю, качество, да, вот, вторых блюд нам очень понравилось, и супы, салаты и десерты, конечно, немножко вот подкачали. Вот, а сегодня мы идем в китайский а-ля карт и расскажем вам, как обслуживание и вкус еды уже в китайском а-ля карте. Поэтому смотрите, обязательно не переключайтесь и ставьте лайки. Итак, вчера мы были в итальянском. Он находится вот здесь. Дальше идет очень красивый балкончик лобби-бара. Так. И мы с вами переходим вот сюда. И здесь китайский а-ля карт. Вот вы видите, в китайском а-ля карте там висят китайские фонарики. Вот все украшено, наверное, в китайском стиле. По меню сейчас посмотрим. Мы не знаем, что там дают. Мы там еще не были. Вот, поэтому обязательно смотрите, будет интересно. Здесь, смотрите, очень красиво. Очень красиво, там светлая сторона, темная, инь и янь, грубо говоря. Вот. Так все очень красиво. Сейчас покажем, что в меню. Здесь боковой такой внутри листов, смотрите, как красиво. Так, смотрим меню. Тайгер Лили. Тигровая лилия называется. Ресторан. Что здесь в меню? Так, стартер. Mix of суши, vegetables, beef. Так, смотрите, это суши или овощи, или спринг ролл с говядиной, или курица. Супы. Горячий рыбный суп, куриный суп и овощной суп. Основное меню – это курица в сладком соусе, курица кунг-пао, это говядина в карри, овощи, это, ну, сихут – это рыбные, в общем, рыба, и рыба с лимонным соусом. И десерты, жареный банан с мороженым или жареное яблоко с мороженым. Все, дальше уже идет платное меню. Можете остановить, посмотреть, если хотите. И это для свадьбы. Итак, нам принесли суши, роллы точнее, да? Так, дальше это курочка. Сейчас, солнышко, покушаешь, мой хороший. Это спринг-ролл с говядиной. Да. Это салат, да, Саша? Да, какой-то салат. Я даже не люблю салат, если честно. Я люблю салат. Но это, видимо, какая-то закуска в виде салата подается. Соусы. И это спринг-роллы с... Это фунчоза. Это спринг-роллы с овощами. А Саша говорит, что вот это вот фунчоза. Ну да, она очень похожа. Ну да, это фунчоза. Вот, будем пробовать. Так, вторая часть – это куриный суп с кукурузой должен быть.
А это вегетарианский суп. Вот. С рыбой не заказывали, но вот таких вот два. Сейчас попробуем. Итак, нам принесли основные блюда. Это овощи с лапшой. Так, это говядина с рисом. Это курица в карри. Да? Острая курица в карри. Это кисло-сладкий соус с курицей. Десерт у нас жареный банан с мороженым и жареное яблоко с мороженым. Вкусно? Они прям в кляре. Да, они прям в кляре жареные. Вкусно, Вика? Угу. И в том и в другом ресторане дают вот такие опросники в конце. Вот, и вы можете заполнить. Много информации по китайскому ресторану, в котором мы были. Впечатление оставило неоднозначное, да? Как бы атмосфера, все было классно, обслуживание, персонал, все супер, но еда практически ничего не было вкусного, то есть мы практически ничего не ели и пошли в итоге ужинать в главный ресторан. Поэтому китайский, как бы, я рекомендую просто, если вы хотите сходить посмотреть, да, если у вас есть возможность и время. Так как бы особого вкуса еды я там не почувствовала, мне не очень понравилось. И теперь еще одна новость для вас. Неожиданные и для нас в том числе. Пока мы здесь отдыхаем, открыли также третий а-ля-карт ресторан египетский. Он в свободном доступе, также можно записаться на ресепшн, точнее у Guest Relation. Вот, и вы бесплатно можете его посетить, как бы, если вы отдыхаете там одну неделю. Вот. И мы, соответственно, сейчас в него идем, и я вам его покажу. Пойдемте. Располагается этот ресторан а-ля карт на пляже. Вот. То есть как бы столики остаются те же самые, да, накрывают только вот еду. Ну, сейчас посмотрим, что будет здесь. Так, здесь у нас рис и вермишель. Угу. Такие прикольные у них казанчики. Красивые казаны, да. Это картофель. Кожан. Это окра рагу. Оп, красиво. Это гуляш мясной. Это, ну, это гуляш, что у них так называется? Да, гуляш, да, да, это как тесто, пирог с мясом. И рыба. Рыба. Да. Рыбы на гриле тоже нет, на гриле только мясо. Я вам сейчас покажу, прошу поговорить. Ну, суп, собственно. Суп какой? Суп там написано. Давай посмотрим. А, линтл суп. Ну, он не часто бывает. Так, что еще у нас тут есть? Хлеб. Да, и там бар можно заказать, что вы будете пить. И теперь идем смотреть, что у нас там. Здесь сладости и фрукты. Виноградик, виноградик, я вижу. Кстати, виноград первый раз тут вижу. Здесь закуски и овощи. Вот еще что-то, это что-то, наверное, сладкое, но не знаю пока что. Молоко, ну, и орехи с кремом. Вот там делают на гриле. Я вам сейчас покажу, что делают. Чикен. Like? Юля. Что? О, шашлык. Шашлык. А, и это биф. Говядина. Я yeah, биф. Говядина. Так, это овощи. Чикен. 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 Yes. And кофта. А кофта, да, делает. You like? Да. Окей. Okay. Okay. Здесь бар. Вот. Можно выбрать любые напитки. Ну, то же самое, что в обычном баре. Во всех ресторанах. Спасибо. Thank you very much. Вики. Вот приносит вот так вот на горящих углях. В общем, нам настолько понравился египетский а-ля карт, что мы записались туда второй раз. У нас несколько недель отдыха, поэтому мы можем несколько раз записываться в а-ля карты. Нереально вкусное мясо,
вообще никак, все нереально вкусно, правда. Поэтому, если будете здесь отдыхать, обязательно запишите египетский а-ля-карт, потому что это правда невероятно просто. Вот. Ну, я надеюсь, что вам понравилось наше видео. Поставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые видео. У нас много всего классного, полезного, интересного. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем пока-пока.